Вот, ребята, специально для канала Лана Карамельная Эст. Лана, для тебя привет. Я немножко говорю в голос, потому что я заболел, я на даче. Вот я тебе показываю эстонские каналы, которые у нас показывают. Первый канал — это ЭТВ или ЭТВ, я не знаю, как правильно. Вот видишь, они что-то готовят здесь. Я не знаю, есть у вас, ну, наверное, есть такой канал. Какую-то чухню спрашиваю. Конечно, наверное, есть. Вот. Значит, вот такой вот канал есть. Дальше. ЕТВ-2, или это просто у нас так и называется, я не знаю. О, фу, какой-то показывает спорт. Ну, русских здесь нет, я так понимаю, да? Вот, но нас нигде уже нет, поэтому можно не это самое. Так, да, вот какой-то тоже. Дальше. Дальше вот еще канал, но здесь почему-то все время только вот это вот. Юнеде телекас лисакс интернетига, я не... Тасута... Короче, я не буду позориться, но вот что-то такое. Телекас. Или телекас, наверное, да, правильно? Вот это вот уз с двумя точками считается. Юнеде телекас. Наверное, так как-то. Юнеде телекас лисакс. Я могу только первую строчку, и то неправильно. Юнеде телекас лисакс. Вот как-то так это читается. А дальше антенилека интернетига низ. Короче, вот что-то такое. Вот постоянно вот это вот. Дальше. А вот здесь говорят по-русски. Вот здесь прям по-русски говорят, и, по-моему, по этому каналу транслируют русские фильмы. Вот недавно показывали «Отчим». Какой-то Пеп Вендла, Вендла. Фестиваль. Вот. И что еще? Все. Вот три, получается, раз канал. DJ Levi Info. Ну, этот канал — это не канал, я не знаю, что это. Вот это. И вот это.